сегодня мы будем делать распаковку на мы заказали глаз на Алиэкспресс, чтобы смеяться. А можно сделать там акриликаст? Давайте откроем. Вот подарочек нам продавец положил. Один на двоих. Но все равно за это ему спасибо. Давайте же ее открывать. Внутри запасное платье на такой пластиковой вешалке. Мне такая же. Одинаковые платья, будут они ходить по близнечке. Подставка вот она прозрачная. И еще обувь. Еще такая большеголовая. Вот, снимаем. Такие мягкие волосы. Да. Прошивка не очень густая, но для своей цены это нормально. Кстати, стоит она примерно 1000 рублей. И ссылочку на них мы оставим в описании. Переключаются они с помощью механизма. Тени у наших глаз зеленые. Есть небольшая. Нет, какие-то фиолетовые, похожие на фингал. Челка не очень густая. Носик миленький и кубки розовенькие. На щеках розовый румянец. Вот у меня платье оранжевое с белыми горошинами и с таким оранжевым пояском и с желтым бантиком. Мне не нравится то, что в середине ромашек, платье. Себе пришитую оранжевую атласную ленту. Бантик не очень аккуратный. Кто мне торчит из ноги? Кукла может делать полный оборот руки. Их еще в сторону расправлять, но не настолько, не очень сильно. И еще есть, еще она может сесть на шпагат, может сесть. И еще вот здесь есть имитация шарнира, но это просто разрезик. Это не шарнир. Вшито довольно все аккуратно. Туфельки у меня розовые. И каблук в виде стрелы. И еще есть типа крылышки. У меня обувь. Туфельки немного другие. Туфельки вроде подходят к этому платью. Сейчас уже 100 тысяч подписчиков на канале. Всем огромное спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем пока!